Красной площади. Музыкальная группа «Ханмурин». Республика Корея. Руководитель группы Ким Вон Мин. Этот уникальный ансамбль состоит из студентов, выпускников и профессиональных артистов Корейского национального института искусств. Танцоров. Цветная шляпа называется кёнгук кокаль и символизирует она буддизм. Шляпа с перьями – это пупхо. Шляпа с лентой – чхэсан. Это символ инь и ян – женского и мужского начала. А флаг, который мы видим на заднем плане, на нем есть надпись. Надпись такая – музыкальная группа Ханмури Корейского национального университета искусств. Вот эта надпись. Необычные головные уборы музыкантов. Перья на них – ничто иное, как жезлы тамбур-мажоров. Вращая головой, они задают оркестру нужный ритм. Гармония того, что мы слышим, такова. Металлические инструменты представляют звуки небес, ян, а деревянные и кожаные – инь. Обратите внимание, маленький латунный гонг – это квенкари. По нему ударяют деревянным молоточком и символизируют это гром. Чинконг – это ветер. Чангу, двусторонний барабан, напоминающий песочные часы, это дождь. И большой барабан, цилиндр, называется пук, он сделан из деревянного корпуса, обтянутого кожей. Означает «единый мир». Сегодня это единство мы можем наблюдать в традиционном музыкальном представлении «Самури-нури». Игра на ударных инструментах олицетворяет четыре явления природы – дождь, тучи, молнию и ветер. Сальмунари – это традиционная корейская игра на четырех музыкальных инструментах. Правило – это четыре барабана, о которых я вам рассказал. Изначально эта музыка называлась хунмульнари. Если перевести составляющие этого слова на русский, получим народные музыкальные инструменты, крестьянская музыка и игра.
Это название появилось совсем недавно, в 1978 году. Спасибо, дорогие гости, за это поистине головокружительное представление. Браво!